Эй, ребят, всем привет, зрители, гости моего канала, с вами Виталий Кратос. Сегодня у нас будет ролик, посвященный Дискорду, но и, конечно же, небольшой такой, как я повторяю в каждом ролике, конкурс. То есть победители, какие игроки победили. Я нормально не могу скопировать, потому что у меня мышка лаганная. Короче, раздаю бонус, опять же, это на самом деле последний конкурс, то есть пока что их не будет, потому что надо немного это все пристановить, чтобы я нормально смог свои бонусы поднакопить и в следующем вайпе, в принципе, все это раздать вам, все равно же. В принципе, мы остановимся над этим, на этом. Да, ясно, понятно. Короче, вот, 5 победителей, им ты по 1000 бонусов, и сейчас вот я иду на... так, варп. Какой раздача? Вы это видеть пока что не будете. Хотите лететь по координатам, в принципе, это без разницы. В общем, меня добавил Гек Рэй, это наш фотошопер с группы, добавил мне приват, то есть он как бы разрешил мне шино. Логично. И правда. Так. Там не лежало, ладно. Короче, разрешил мне... Ого, купил? Нормально. Разрешил мне раздать его дом, то есть он хотел сам раздать, извиняюсь, то что он как бы не раздал, а дал все это дело мне. То есть я, долго думая, привел это все к одному выводу, то есть я, короче, поставлю один сундук сюда, то есть выберу одного участника, который сделает репост в группе и выдам ему дом. Раздача будет проходить после стрима или перед стримом, скорее нет. А, не, после стрима это по-любому, либо PvP-шоу будет, либо раздача этих ресурсов, в принципе, вот так у нас будет. Решено. PvP-шоу будет, снимать буду, как всегда, бонус раздавать тоже буду, но на самом деле это последний PvP-шоу будет, потому что у нас сейчас все заканчивается, будем ждать вайпа. А там уже у нас все, посмотрим, как пойдет, понесется и все тому подобное. Ладно. Короче, будем сейчас смотреть... Пока я сделаю экран фуловый, а то, знаете, на самом деле с маленьким экранчиком не совсем хорошо как бы ходить. Вот, смотрите, в общем, какие ресурсы там были, будут, точнее, я буду просто как бы листать, а вы будете смотреть. Некоторые ресурсы заберу на лотерею, на варп-шоп как бы будет, поэтому не удивляйтесь, если какие-то ресурсы попадут. Смотрите, стол как бы, ну да, все видно тут. Продавки, книжки, это все. Ну, блин, правда, все по маленькому. Тут, смотрите, богатство такое. Хопа, да. Ее потом не будет. Да ладно, шучу. Останется она там. Кто-то возьмет, кто-то нет. Если будет Ричард, никто не возьмет, потому что я ее себе заберу. Потому что это Ричард. Вот так у нас будет. Ладно, в общем, смотрите, сундуки все. Вот. Там книги всякие лежали тоже. Я буду по-быстрому все делать, чтобы не затягивать это видео. Вот. Как бы подготавливаемся мы за... Стремненько. Короче, вот, все, закончили мы осматривать сундуки. Ну и тут, в принципе, все остальное как бы немножко не стандартно. То есть там как бы бредовенько немножечко. Ну тут как бы да, но потом, в принципе, пойдет уже бредовенько. Ладно, ну и тут... Ну и все, в принципе. Сумка, если что, там пустая. Вот, были дюбные вещи, но я их забрал, потому что, ну это же дюб, ну, блин, вы поймете сами, как бы, не. Ладно, ну тут сундуки, тут как бы тоже пустенько немножко, аур тоже, как бы, порталы есть, это само собой, и вроде бы все. Как бы там сундуки, это бредово, там ничего нет, я обыскал. Ладно, по раздаче у нас все, в принципе, будет у нас после PvP-шоу. Или перед PvP-шоу, как вы, в принципе, захотите. Тоже будет, в принципе, у нас в этом опрос. Опрос либо перед, либо после PvP-шоу. То есть я постараюсь сразу, как проснусь, так сразу, в принципе, это видео и выложить. Потому что я рано засну, а мне на работу надо вставать в субботу. Да, прикиньте, потом до... Сколько? До 18 часов хреначится. Ну, до 19 по Москве. Вот так у меня, в принципе. Но побыстрее... нароблю на компьютер. Мне, в принципе, это даст волю, даст силу мыть машины, мыть, химичить, все дела. В общем-то, все.
И, кстати, смотрите, скачивайте текстурпак. Мне один чувак хороший показал. То есть я скачал его текстурпак, я поставил его. Он, в принципе, смотрите, что сделал. Прикольненько, да? То есть мой скин, вот реально мой скин, просто я ему дал этот скин, он его переделал и поставил на сам этот инвентарь. То есть ходите, также ходите, скачивайте, в принципе, пусть будет у вас там. Ну, если вам что-то не нравится, в принципе, отпишитесь там, либо мне в ВК, либо в YouTube в комментарии, то есть по поводу инвентаря там, или ячеек самих, или что-то там еще, даже я там не знаю. В принципе, не знаю, если он согласится, то уберем это. Там неполадки, какие-то недостатки по поводу самого текстурпака, или что-то с предметами не то. Ну и вроде бы все, как бы. Переходим к самому Дискорду. Итак, ребят, в принципе, вот моя группа сама. Называется Кратос, паблик Кратос. Скоро 3 сотки нас будет всех вообще в общем-то. А так пока что 260, но это на самом деле хоть цифра. Не 0, а... Ну, 0, правда, тоже цифра, но неважно. В общем-то, ссылка на Дискорд вот она. Как бы есть приглашение в мою, как бы, конфу. Я потом вам покажу, в принципе. Тут у меня конкурсы проходят. Ну, пока что мемчики там будут всякие. И, в принципе, сейчас сделаю опрос. Наверное, ну, потом сделаю, короче, вот так вот напоминалку. Знаете, теперь сделаю опрос, будет тут стоять, в общем-то. Вот. Переходим. Опа-на. А это чё? Я же вроде не нажимал. Вот опрос, короче, все. Переходим мы к Discord, то есть вы должны его скачать, желательно скачать, потому что если вы будете через браузер, то вы, в принципе, вроде бы зайдете, но вас будет очень херово слышно, то есть звуком у вас будет полнейшая проблема. Скачали Discord, как бы зашли, вот я зашел, да, зашли в Discord мы, допустим, и, в принципе, видим то, что справа написано, как бы, все игроки, то есть я, как бы, главный, я себе отметил главным ютубером. То есть, как бы, моя конфа, как бы, подписчиков и так далее. Андрей Модератор. А есть там Сера, например, вот он, как бы, навел на него роль. У него смотрящий. То есть, он смотрит, наблюдает за игроками, чтобы они не матерились. И, в принципе, может кикать, но не может блокировать. Блокировать может только Модератор. В принципе, так я сделал. Вот тут есть, кстати, приватный. То есть, приватный именно для PvP-шоу, для сходок, для важных переговоров для модераторов именно. И, в принципе, вот так вот. Приваты, АФК и пати в чате. В общем-то, вот так у нас все это тут происходит. То есть, чтобы войти, нам надо, например, войти в пати в чате. Вот зашли, да? Как бы все, аутентификация. Тут можно включить, выключить микрофон, наушники, как бы, чтобы слышно их, людей не было. И голосовая связь. Тут само видно, что тут у нас подключено. Чтобы авторизоваться, вам нужно нажать на свой никнейм. Это, в принципе, актив, не актив, невидимый и так далее. А чтобы я забыл. Вроде нет, не сюда, блин. Вроде настройки. Да, вот, настройки пользователя. В общем, тут изменяете там фотки, смотрите тут вот это вот. И, в принципе, все. Ну, по настройкам вы сами, в принципе, там полазите. Я там не лазил, на самом деле. У меня как есть, так и осталось, в принципе. Я только фотку поменял и... аутентифицировался, вот так вот, можно сказать. Да и все, в принципе, что. Будет завтра PvP-шоу, и, в принципе, это будет последнее PvP-шоу, ну, не на канале, а вообще, как бы, за этот вайп. И, в принципе, все. А, ну, надо еще сплиф, в принципе, сделать. Если сплиферы там будут, то я буду записывать тут, вот тут, прям, да. Кто будет в конфе, в принципе, заходите, вот реально нас, как бы, собираются там люди некоторые, ну, сколько у нас уже... 3, 9, 10 человек, вот неплохо, блин, да. Это за сколько? За 4-5 дней где-то так. Ну, 3-4 дня, где-то так примерно. Ну, набираемся, в общем-то, потихонечку, да. В принципе, вот он написал то, что будет раздача на девай, но будет после PvP-шоу или перед PvP-шоу. Сейчас, в принципе, я начну это делать. Опросик сам. И, в принципе, можете заходить в группу, в Discord, на YouTube, куда ходить, в общем-то, все. Спасибо, что смотрели. Видео было совсем коротенькое и, в принципе, важное для всех. Все. Всем спасибо и всем пока.